откуда появляются? В результате действий каких-то. Не в результате того, что ты умный. Просто такой. Где мои деньги? Нет, блядь. Деньги не появятся. О, блядь. Что же он такое говорит? Поэтому из иллюзии потихоньку выходите. А, вот, я все понял. Вот, ребятки, вот. Ни хера не поняли вы. Вот даже если вам что-то сейчас кажется невозможным. Вот какой-то человек делает. Давайте сейчас приведу пример. Какой-то человек что-то делает, и вы смотрите на этого человека, и вам кажется, что это просто, ну, это просто невероятно. Вам кажется, что человек просто с другой планеты. Что-то вообще не для вас, не про вас. Вот у него так может получиться, а у вас так не может. Не знаю, например, вот для меня была дикость, просто дикость, как, допустим, люди сочиняют музыку. Ну, как вот люди могут это делать, писать? У них музыка получается. Для меня была дикость. Я прям помню в школе, ну, прям вообще невероятно. То есть я думал, тут люди, вообще не про меня. Не знаю, как это получается. Допустим, люди, которые могут какие-то стихи писать. Я посмотрю, да ну, что-то не то. Не знаю, гены какие-то у них. В какой ситуации они выросли. Допустим, смотрите на человека, который зарабатывает, не знаю, там, сотни тысяч рублей. И думаешь, да ну, блядь, какая-то херня какая-то. Это не про меня, не знаю, что-то там невероятное у него произошло. В жизни, в семье, не знаю, оказался в какой-то подходящей ситуации, и поэтому у него так. В общем, есть такие люди, на которых ты смотришь, и вот, ну, и не понимаешь, как этот навык у них появился. Хоть что может человек, хоть чему может человек научиться, хоть чему. Стихи писать, музыку писать, сотни тысяч рублей зарабатывать, не знаю, там машины строить, в космос, корабли космические, хоть чему абсолютно. И секрет следующий. Ты просто берешь. И то, что нужно делать в этом направлении, ты делаешь постоянно, каждый день. И у тебя, ты берешь и делаешь, у тебя получается просто говно какое-то. Или сначала вообще не получается, а ты делаешь. Не получается опять. Ты опять делаешь. Блять, вообще не получается. Ты анализируешь, начинаешь делать дальше, и опять не получается. И ты делаешь, и у тебя получается, но получается говно. И ты делаешь. Потом опять какой-то кусок говна на выходе. И что-то пытаешься... Потом смотришь, уже кусок говна. Ну что ты какой-то, блядь, он что-то поглажит, что? И потом смотришь, и ты делаешь... И потом смотришь, уже вроде бы даже не говно. Говно? Ну как бы что-то не очень вроде на говно. И ты делаешь... Потом смотришь, уже что-то какое-то корявое. И уже вроде даже не говно. И ты делаешь что-то дальше, и делаешь... И посмотришь...